Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Праздники продолжаются. Сегодня пришла посылочка от друга из Канады. Как вы видели, видео мне сделал один подарок перед Новым годом. Фердинанд от фирмы «Звезда». А это уже он мне прислал подарочек непосредственно из Канады. И что в этом пакете, мы сейчас посмотрим. Такая вот коробочка, упакована скотчем. А что в ней? Самому интересно. Дима мне прислал две баночки томиевского клея. Томия Экстра. Отлично. Спасибо, Дима, тебе за такой подгончик. Ну и также Дима знает, что мое увлечение, мое хобби — это монеты. И прислал мне столько много монет. Да, друзья, меня можно также порадовать не только моделями, но и монетами. А из монет монета Израиля и монеты Канады. Также вижу евроценты. Подарок как раз по моим хобби. Отлично. Многих монет у меня даже и нету в коллекции. Спасибо, Дима. Порадовал, очень порадовал. Монеты с животными. И созданиями. Все, как я люблю. Огромное спасибо. Личные монетосы. Посвященные Олимпиаде. Отлично. Это подарок, это подарок. Я очень рад. Особенно рад монетам, которых у меня нету в коллекции.
А канадских монет у меня в коллекции было всего лишь две штуки. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете канал. Спасибо за подарки. Очень приятно получить подарок и на тему нумизматики, и на модельную тематику. Клей всегда нужен. Тем более, когда делаешь много моделей, расход клея очень-очень большой. Ну, кто не подписался, друзья, подписывайтесь. Видео выложу на двух своих каналах. И на модельном, и на нумизматическом. Все, всех благ, друзья, вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.